Крепенгу. Из России встречайте Абукар Кантиев! В сопровождении московского ансамбля танца Кагону, 28 лет, рост 85 сантиметров, вес 84 килограмма, клуб Fire or Die, сражайся или умри, вот такое грозное название у этого клуба, который представляет Абукар Инди, профессиональный рекорд 6 побед, а то единственное поражение, победитель Кубка мира по дзюдо, мастер спорта по дзюдо, из такого достаточно известного борцовского клана индиев. Абукар Индиев, родной брат Адама Индиева. В общем, боец серьезный. Абукар Индиев стал профессиональным бойцом смешанных единоборств. В октябре 2014 года состоялся его дебют как раз. Он тогда победил болевым приемом. И с тех пор дрался успешно. Принимал участие в ОФС 3, в ОФС 4 и в ОФС 5. Единственное поражение он потерпел от Чарльза Андраде на турнире М1 Челлендж 58. Битва в горах 4, и затем реваншировался, тогда он проиграл сабмишеном, и реваншировался уже в октябре 2015 года, когда выиграл техническим нокаутом Чарльза Андраде. Так что свое поражение Абукар Индиев закрыл, и сейчас готов сразиться с Вадимом Куцин за звание чемпиона ОФС. В среднем весе. А вот и пояс, за который сегодня пройдет этот поединок. Да. Главный судья Андроник Ашудян. Судьи у клетки Александр Сидорин и Роман Жолобов. Ваш судья-хронометрист Армен Каграманян. И с ударом гонга ваш рефери в клетке Станислав Новицкий. Итак, дамы и господа, на трибунах. Миллионы фанатов боев во всем мире. В прямом эфире с арены Дворца спорта Лужники города Москвы. Бой за титул чемпиона ОФС. Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу.
Ему 24 года. Рост 182 сантиметра, вес 81,8 килограмма. Профессиональный рекорд 8 боев, 8 побед, ни одного поражения. Чемпион Европы по панкратиону, чемпион Кубка Европы по этому виду спорта, чемпион Кубка Европы по грэпплингу, чемпион Республики Беларусь по смешанным единоборствам ММА. Дамы и господа, представляющий клуб Академия ММА Минск из Республики Беларусь, не знающий поражений, Вадим Куцый! Так, Вадим Куцый опять... Разнятся статистические данные. Вот соперник, 8 побед у него, оказывается, не 6. Углу клетки. Ему 28 лет. Рост 175 сантиметров. Вес 81 килограмм. Ровно. Его профессиональный рекорд 7 боев. 6 побед и только одно поражение. Победитель Кубка мира по дзюдо. Мастер спорта по этому виду спорта. Представляющий клуб «Fight or Die». Дамы и господа, из Москвы, Россия, Абукар Янтиев! Бойцы, у вас есть 5 раундов, чтобы показать то, зачем вы сюда пришли. Правила не нарушаем. Защищаемся активно. Руки пожали. Удачи по углам. Ну что ж, сейчас начнется поединок. Первый пятираундовый бой. Главное событие вечера, как мы уже отмечали неоднократно. За титул чемпиона ОФС в среднем весе Вадим Куцый. На ваших экранах сейчас. Для соперника Букар Индиев. Очень легко различать бойцов выше ростом и светлее волосы Вадима Куцова, который сейчас в центре октагона и пошел в резкую атаку, такой спурт от Абукара Индиева. Да, очень резко стартанул сейчас Абукар. На достаточно длинную дистанцию вышли сейчас бойцы. Поединок запланирован 5 раундов по 3 минуты. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Отрезок времени. Поэтому здесь очень важно будет именно вот этот тайминг, вовремя выложиться все свои силы как раз. Да, 5. О, хороший лоу-кик от исполнения Абукара Индиева. 5 раундов по 5 минут, это действительно. И опасно, мы видим... хорошо. Все. И добивание, да. Все, дорогие друзья. И бой остановлен. Вот так вот, традиция соблюдается. Ну и что могу сказать, яркая победа Абукара Индиева в первом раунде, да. Там, по-моему, брат его, да, Адам Индиев здесь же, естественно, это логично, поздравляю. Поддерживает, поздравляет брата. Ох, там, по-моему, в очень серьезной ситуации. Вадим Куцый. Там, по-моему, какая-то травма, травма ноги. Полковник ДРУ, патриот России. Давайте смотреть, что Андрей здесь было. И основатель лиги. Скорее всего, при ударе ногой уже повредил свою ногу как раз-таки Вадим Куцый. Да, и здесь, да, и вот здесь уже вот он... было не до защиты, грубо говоря. Да, и тут же он потерял равновесие и упал на спину как раз после вот этого своего неудачного нанесения лоу-кика правой ногой. С другой стороны, это ничуть не умаляет победу Абукара. Абсолютно верно. Ну а Вадиму Куцому мы желаем скорейшего выздоровления. Да. В любом случае он молодец, достоин уважения. Ну и шоу продолжается, дорогие друзья. Ну вот мы сейчас видим, подходит своему сопернику к Вадиму Куцому.
Да, оказывается, ему сейчас помощь как раз. Ну, там, видимо, что-то действительно серьезное очень. До сих пор на полу находится Вадим Куцый. Итак, уважаемые дамы и господа, вы все видели сами. Время остановки боя 54 секунды первого раунда. Техническим нокаутом одержал победу и стал чемпионом Octagon Fighting Sensation в среднем весе Абукар Янтиев! Ну что ж, мы еще раз поздравляем Абукара с очень яркой досрочной победой. Поблагодарим спортсменов за красивые, хорошие бои от имени Ассоциации силовых структур «Воин». Поприветствовать наших друзей из Донецка и выразить слова благодарности вице-президенту Ассоциации «Воин» Владимирскому Сергею Валерьевичу за то, что он всегда и во всем поддерживает спорт. Я рад приветствовать вас на этой арене. Спасибо вам. И слово чемпиону Абукар Янтиев. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. Спасибо, что приехали, поддерживайте. Очень благодарен вам всем за поддержку. Ну, я знаю, мама смотрит тоже. Хотел бы ей тоже привет передать. Маме, бабушке и всем родным. Ассаламу алейкум. Баркал. И общий.